Тенденции мужской моды на AliExpress на весну. Фото. Как уже говорилось в начале нашей статьи, весна раскрасит одежду представителей сильного пола в довольно интересные краски. В продаже можно будет найти рубашки, регланы и свитера с достаточно яркими контрастными вставками. Их можно будет дополнять укороченными джинсами и брюками и модными в следующем году туфлями и ботинками на тракторной подошве. Но самым ярким трендом весны станут кожаные брюки, курточки и кофты с меховыми вставками. Причем мех в этом случае может быть достаточно ярким и броским. Если такой стиль кажется вам слишком кричащим, тогда можете попробовать найти на более спокойные луки. Мужчинам, которые хотят выглядеть стильно, но при этом не любят привлекать к себе внимание, надо отдавать предпочтение одежде в стиле годов. А это значит, что вы спокойно можете покупать приталенные бордового, бутылочного и синего цвета и сочетать их с двойками или короткими жилетами. В качестве верха к такой одежде лучше всего подобрать классическое пальто или короткий тренч спокойного цвета. А если вы дополните такой образ темными кожаными перчатками и шарфиком в клеточку, то будете выглядеть как настоящий английский дэнди. Куртки мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. На данный момент в каталогах можно увидеть и утепленные модели, поэтому если они вам мешают, тогда обратите внимание на фильтры и с их помощью уберите все лишнее. После этого вам останется только найти для себя подходящий верх и правильно его оформить. В случае, если вы нашли подходящую для себя вещь, но у вас не получается провести оплату или у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, тогда загляните на страницу или прочитайте статью «Как оформить свой первый заказ». После ознакомления со всей этой информацией вы сможете легко разобраться во всех тонкостях покупок на данном ресурсе и без особых проблем сможете купить понравившуюся вещь. Если говорить о цене подобных изделий, то она может быть совершенно разной. На сайте можно найти изделие даже за 900 рублей. Но если вы хотите не прогадать с покупкой, тогда закажите себе модель среднего ценового диапазона. Это примерно около 2-5 тысяч рублей. Мужские куртки, которые можно купить на AliExpress, может быть утепленной, модная мужская кожаная куртка на весну недорого на AliExpress. Правда, у такого способа поиска есть свой минус. Как правило, вещи, находящиеся в таком каталоге, представлены одним-двумя размерами. Поэтому если вы имеете не совсем стандартную фигуру, то может получиться так, что понравившаяся вещь вам не подойдет. В случае, если вы не хотите ждать, тогда просто зайдите в раздел, где продаются мужские курточки, и внимательно посмотрите на фильтры, которые находятся в левом верхнем углу. Модный мужской плащ на весну недорого на AliExpress. Так уж получилось, но почему-то наши мужчины не очень любят плащи. Чаще всего их покупают офисные работники или руководящий персонал. Все остальные представители сильного пола относятся к этой детали гардероба достаточно холодно. Но на самом деле именно правильно подобранный может стать изюминкой вашего гардероба. С его помощью вы сможете достаточно хорошо визуально откорректировать свою фигуру. Сделать шире плечи, спрятать от посторонних глаз небольшой животик и даже сбросить пару лишних килограмм. Носить такой верх можно и с классическими брюками и трендовыми джинсами. Но перед тем, как окончательно определиться с обновкой, обязательно прикиньте, какого цвета одежда преобладает в вашем гардеробе. Если вы носите очень яркие вещи, тогда подберите себе на ресурсе модель с капюшоном, сделанную в стиле панк. А чтобы она выглядела менее экстравагантно, отдавайте предпочтение серой, темно-коричневой или черной цветовой гамме. В случае, если вы решили купить на весенний мужской плащ под классические или праздничные луки, тогда подберите себе на ресурсе темно. Бежевый или темно-серый двубортный тренч с двумя рядами пуговиц. Ветровки мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. Пожалуй, является самой универсальной вещью мужского гардероба. Она может стать прекрасным дополнением к спортивным, классическим, офисным и повседневным нарядам. В каталогах AliExpress эта деталь мужского гардероба представлена в достаточно большом ассортименте. В случае, если вы ищете молодежный вариант такой одежды, тогда обратите внимание на изделия из кожи, замши, джинсы или полиэстера красиво оформленные молниями и заклепками. На таких моделях достаточно органично будут смотреться объемные накладные карманы. Мужчинам старшей возрастной категории лучше всего остановить свой выбор на моделях, сделанных из вельвета или хлопчатобумажной ткани. При заказе обязательно уточните у продавца, из чего сделана подкладка у ветровки.
В идеале, конечно же, она должна быть шелковой. Но, к большому сожалению, такая подкладка очень сильно увеличивает стоимость готового изделия, поэтому большинство производителей используют в качестве подкладочного материала синтетические ткани. Ввиду этого, будет лучше, если вы найдете на сайте недорогой товар на флисовой подкладке. Этот материал будет хорошо согревать в холодную погоду и, что самое главное, будет достаточно долго носиться. Как правило, цена такого изделия колеблется в диапазоне до 1-5 тысяч. Ветровки на синтетической подкладке могут стоить даже 600 рублей. Брюки мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. В этом случае при выборе товара особое внимание надо уделять материалу, из которого он сделан. Если вы будете носить такой низ исключительно со спортивного плана кофтами или толстовками, тогда можете заказывать трикотажные брюки. В случае, если вы планируете использовать их для создания повседневных образов, тогда остановите свой выбор на вельветовых или шерстяных изделиях. Джинсы мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. А для того, чтобы такой низ выглядел более современно, найдите под него на ресурсе средней ширины кожаный ремень. Еще одним трендом весенней мужской моды будут джинсы с геометрическим рисунком или с вышитыми надписями. Причем такой декор может быть очень ярким и массивным. Помимо этого, следующей весной в моде останутся джинсы с дырами и потертостями. С их помощью юноши смогут создавать довольно оригинальные модные луки в уличном стиле. Ну и, конечно же, не стоит забывать о классике. Если вы предпочитаете в одежде более спокойный стиль, тогда можете покупать себе классические черные или синие джинсы и носить их с любым верхом. Стоят модные весенние джинсы на данной торговой площадке в пределах 1000 рублей. Толстовки, мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. Помимо этого, на сайте можно подобрать изделия с капюшоном, объемными накладными карманами и оригинальной отделкой из молнии, заклепок и пуговиц. Купить качественную толстовку на сайте вы сможете даже за 600 рублей. В случае, если вас интересует товар класса люкс, тогда обращайте внимание на толстовки, стоимость которых начинается от 2000. Модные мужские свитера на весну недорого на AliExpress. В сочетании с правильным низом даже классический однотонный будет выглядеть достаточно эффектно. Если говорить о модных фасонах, то тут на первом месте приталенные изделия с V-образным вырезом. Помимо этого, модными будут считаться модели с так называемым воротником-лодочкой. А если вы хотите добавить своему образу мужественности и акцентировать внимание окружающих на своем лице, тогда подберите себе на ресурсе модель с воротником-стойкой или воротником-застежкой. Чтобы такие свитера выглядели более трендовыми, отдавайте предпочтение моделям в полоску разной ширины. Он может быть размещена на всем изделии или только на какой-то ее части. Модные мужские рубашки на весну недорого на AliExpress. Для создания романтичных образов прекрасно подойдут изделия белого, бежевого, бронзового и горчичного цвета. Обязательно обратите свое внимание на рубашки с принтом. Можете попробовать заказать себе модель с флористическим принтом или с так называемой шотландкой. Принтованные рубашки будут хорошо сочетаться и с брюками, и с джинсами. Туфли мужские на весну на AliExpress, каталог, цена, обзор. Также уместными будут модели с контрастными вставками. Например, черные с синими элементами или коричневые с красными вставками. Помимо этого, более яркой и заметной может быть шнуровка. Такие мелкие цветовые акценты помогут вам уравновесить между сбой верх и низ вашего трендового лука. Также при подборе туфлей обращайте внимание на их подошву. Модели на плоской подошве уже отошли на другой план, и на их место пришли изделия на небольшом квадратном каблуке или на тракторной подошве. Правда, последний вариант сочетается в основном с джинсами, поэтому если вы любите носить брюки, тогда купите себе лоферы или оксфорды. Да, и запомните, качественные туфли не могут стоить дешевле 1000 рублей, поэтому если вы хотите, чтобы они прослужили вам максимально долго, тогда покупайте товар именно этой ценовой категории. Кроссовки мужские кожаные на весну недорого на AliExpress. Весной, летом, осенью из разряда спортивной обуви перейдут в категорию более повседневной. Это значит, что вы сможете их носить не только со спортивной одеждой, а и с повседневными и даже офисными нарядами. Но сразу же хочется сказать, для создания таких образов категорически не подходят привычные нам модели. Если вы хотите быть в тренде, тогда ищите на AliExpress новинки.
Неплохо будут смотреться с джинсами и зауженными брюками кроссовки на плоской подошве.